Я Надежда. Я приветствую вас на своем канале. Всем доброго утра, хорошего дня и уютного теплого вечера. Сегодня я предлагаю вам связать спицами вот такие пинеточки. У меня пинеточки размер 9 сантиметров, 9-9,5 сантиметров. Вяжутся они очень просто, выглядят очень хорошо. Я сделала их с отворотиком. Можно сделать без отворотика, это уже ваша фантазия. Если вам понравилось, давайте будем вязать. Для работы нам понадобится пряжа. У меня Yarnart Super Perla 400 метров. Я буду вязать в две нитки. Спицы 3 миллиметра. Но это мне... Вы можете выбирать свои ниточки, свои спицы. Спицы носочные. 3 миллиметра и спицы носочные 4 миллиметра. Я потом расскажу, зачем они мне нужны. А также крючочек, вспомогательные инструменты, ножницы, сантиметровая лента. И плюс еще немножко надо беленькой пряжи. У меня тоже акрил. Я буду потом вязать из нее шнурочки. Ну что, приступаем. На круговые спицы 3 мм набираем 28 петель. Это на мой размер, на мою толщину ниток. Вы потом себе рассчитаете, сколько вам надо набирать. Так, набираем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9. Набрали 28 петель и начинаем вязать. Кромочную снимаем. Так. Одна лицевая, накид, 11 лицевых. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид, 2 лицевые, накид, 11 лицевых. Провязываем 11 лицевых в зеркальном отображении, как мы вязали в начале. Провязали, накид, 1 лицевая, кромочная, изнаночная. Вяжем изнаночный ряд, все петли лицевыми. Накид мы провязываем скрещенно, чтобы у нас не было дырочки. Продолжаем вязать. До конца ряда. Все накиды провязываем скрещенными. Вяжем лицевыми. Это у нас будет платочная вязка. Подошва вяжется платочной вязкой. Скрещенный. 2 лицевые. Опять накид скрещенный лицевой. И так до конца ряда. Накид опять скрещенный. Лицевая петля, кромочная, изнаночная. Следующий ряд. Кромочная. 2 лицевые. Накид у нас уже пошел в счет. Опять накид. Опять 11 лицевых петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Опять накид. То есть 11 у нас петель остаются постоянно неизменно, а
начале и серединка меняется. Здесь у нас уже получается 4 петли. Добавились 2 накида, провязанные у нас в предыдущем ряду. И у нас получается 4 петли, опять накид и опять 11 петель. Провязываем 11 петель лицевыми. Теперь накид, 2 лицевые петли. Изнаночный ряд, все петли вяжутся лицевыми. Накиды провязываются скрещенными. Изнаночный ряд провязали. Опять начинаем вязать. Кромочную снимаем. Лицевой ряд, опять лицевые. Раз, два, три. У нас уже здесь 3 лицевые. За счет накида добавляются лицевые в начале и в серединке. Опять накид. 11 лицевых. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Опять накид. В центре у нас тоже прибавились петли. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель у нас в начале, в серединке. Накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Опять накид. 3 петли лицевые. Кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд. Кромочную снимаем, 3 лицевыми, накид, опять повторяем, мы провязываем, вот наш накид, мы провязываем за заднюю стеночку скрещенно, чтобы не было у нас дырочек. До конца ряда провязываем все петли лицевыми. Изнаночный ряд провязали, начинаем вязать следующий ряд. Кромочная, 1, 2, 3, 4 лицевые, накид, опять 11 лицевых, провязываем 11 лицевых. Довязали, опять накид. Теперь у нас уже в серединке получается 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель в центре. Опять накид. 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, накид и 4 петли лицевые, кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд провязываем, как и раньше, все петли лицевыми, накиды скрещенными. Не забывайте, что у нас нет. Провязали изнаночный ряд. У меня на спицах 44 петли. Мне для моего размера пениточек и для толщины моих ниточек уже достаточно. Вы можете провязать еще один ряд с прибавочками, чтобы у вас получился побольше, если вы взяли более тонкие нитки. Будем считать, что у меня суперперла 400 метров. Я взяла вдвое, это 200 метров. Но если у вас 300 метров или чуть больше, значит, вам надо еще один ряд провязать. Я теперь вяжу 4 ряда лицевыми петлями. Просто платочной вязкой провязываю 4 ряда. Вы тоже после того, как сделаете свои прибавочки, которые вам нужны,
провяжите 4 ряда просто платочной вязкой. Это будет у нас уже переход на мысочек, который мы будем вязать. О боже! Так что считайте свои ниточки, учитывайте толщину ниток, размер, толщину спиц. Это все индивидуально, это все каждый выбирает для себя. Мне 44 петли при моем размере и моих нитках достаточно. Вы решаете сами. Провязали 4 ряда платочной вязкой. Теперь отсчитываем. У меня 44 петли на спицах. Значит, я делю эти петли следующим образом. Одна кромочная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13. Ставлю маркер. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16. Ставлю маркер. И остается у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и кромочная. У кого, кто провязал еще один ряд с прибавками, у нас получится кромочная плюс 14 петель, 18 петель и опять 14 и кромочная. Таким образом делим петли. Начинаем вязать. Вяжем опять лицевыми петлями. Кромочная. Следующий раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Снимаем маркер. Вернее, 13-ю петлю мы не провязываем еще. Подождите. 13-ю мы не провязываем, мы ее просто переворачиваем и провязываем 13-ю петлю боковой части пинеточек с одной центральной. Раз. Дальше у нас получается уже осталось 14 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Снимаем маркер. У нас еще одна петля остается здесь от центрального, от центральной части и боковая часть. Значит, берем, провязываем с боковой части убавление. То есть с этой стороны мы убавили и с этой стороны в центральной части. И убавления у нас все время будут идти в центральной части. Убавили. Провязываем до конца ряда. Довязываем. Изнаночные петли мы уже будем вязать, вернее, изнаночную сторону мы уже будем вязать немножко по-другому. У нас уже будет боковые будут вязаться платочной вязкой, а центральная часть лицевой гладью. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. То есть наши 13 петель вместе с кромочной у нас составляют 14. Мы провязали лицевыми петлями. Центральные 14 петель мы вяжем изнаночными. 1, 2, 3, 4. Плохо вязать с двумя ниточками. Пять,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 петель мы провязали изнаночными. Следующие мы опять вяжем лицевыми, то есть платочной вязкой. Раз, два. И пошли до конца. Провязали рядочек. Возвращаемся на лицевую сторону. Итак, вы запомнили, что у нас снимается кромочная, а потом идут постоянно 13 петель лицевой гладью, платочной гладью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот она наша 13-я петля. Мы ее провязываем. Ой, мы неправильно сделали на изнаночке. Она. На изнаночке она должна была у нас провязана быть изнаночными. Сейчас я исправлю. Потому что у нас здесь должна быть красивая дорожка из лицевых петель у бабочки. Переворачиваем петлю. Делаем убавление. Итак, у нас центральная часть. Уже у нас тут остается 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. И опять мы вяжем 2 вместе. Провязываем убавку еще одну с наклоном вправо, чтобы у нас красиво ложились убавочки. Провязали. До конца ряда вяжем лицевые петли, то есть у нас получается платочная вязка. С обратной стороны мы их тоже будем вязать лицевыми. И поэтому у нас получится платочная вязка. Провязали, переворачиваем кромочную, снимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13-я, у нас тут идут убавочки. 13-ю надо провязывать изнаночной, потому что у нас здесь будет потом идти красивая дорожка из убавочек. Провязываем изнаночной. И до конца средней части пинеточки вяжем изнаночными. То есть у нас с обратной стороны получается лицевая гладь. Вяжем. Провязали. Опять-таки, там, где у нас были убавочки, мы тоже провязываем изнаночной. Дальше у нас лицевые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, то есть у нас в каждом изнаночном ряду первые 12 петель после кромочной и последние 12 петель перед кромочной вяжутся лицевыми. Средняя вся часть вяжется изнаночными петлями. Кромочная. Опять начинаем кромочную. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13-ю петлю переворачиваем и делаем убавочку
средней части. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И опять с наклоном вправо делаем убавочку. И у нас получается тут убавочки дорожки такая. Лицевые из лицевых песен, петель, дорожка. Довязываем до конца ряд. Изнаночный ряд вяжем по прежней схеме. Кромочная. 12 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 лицевыми. 13 петля и последующие 10 петель провязываются изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Из 11, это вместе с 13 последней петли боковой части. И вот первая петля следующей боковой части тоже провязывается изнаночной. Дальше у нас тут лицевые. Лицевые. До конца ряда. Следующий ряд. Опять кромочная. 12 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 лицевыми. Последнюю 13-ю петлю боковой части переворачиваем и с наклоном влево провязываем убавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. С наклоном вправо убавочка. До конца ряда вяжутся лицевые петли. Так мы будем повторять до тех пор, пока у нас в центре в центральной части мыска не останутся всего лишь две петли. Вот эти две петли сойдутся у нас сюда. Значит, следующий ряд у нас изнаночный. Мы вяжем кромочная, 12 петель лицевыми, 13 петля изнаночной и следующие петли изнаночной, центральный ряд 8 петель, плюс опять там, где у нас была убавочка, изнаночная, остальные петли вяжутся лицевыми. Продолжите сами до конца, пока у нас не останется на мысочке 2 петли. Вот у нас последний ряд убавочек. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 лицевых. У нас в центре осталось всего лишь 2 петли. И мы их сейчас убираем, переворачиваем 13-ю петлю. Я забыла сказать, я вяжу классическим способом, и поэтому переворачиваю петлю, чтобы у нас красиво легла убавочка. Кто вяжет бабушкиными петлями, то, я думаю, надо самим как-то приспособиться, чтобы это все ложилось хорошо. Убрали. Следующим убавочка у нас идет с наклоном вправо. Вот у нас осталось всего лишь 2 петли в серединке. Вот они, 2 петли. То есть серединки у нас вообще нет. Это уже у нас остались 2 петли. То есть мы с чего начинали, к тому и пришли. Набирали 28 петель. И у нас осталось на спице опять 28 петель. Мы
все свои прибавочки, которые мы на подушке прибавляли, мы их уже убрали. Все, их у нас нет. Так, вот у нас получилась такая штучка. Значит, с изнаночного ряда, изнаночный ряд я провязываю все лицевые, но при этом я делаю дырочки для шнурочков. То есть провязываю одна петля, вторая, накид, убавка, петля лицевая, накид, убавка, лицевая петля, накид, лицевая петля. Что-то я не то. Убавка тут у нас. Убавочка. Убавочка. Лицевая петля. Накид. Убавка. Лицевая петля. Накид. Убавка. Лицевая петля. Накид, убавка, лицевая петля, накид, убавка, лицевая петля, накид, убавка. Ну, тут у нас осталось 3 петли, мы уже не будем делать никаких дырочек, просто их провяжем. Раз, два, три. Итак, провязали изнаночный ряд. Теперь что мы делаем? Я беру спицы 3 мм, носочные спицы 3 мм. И распределяю петли на эти спицы, на 4 спицы. Получается по 7 петель. Теперь мы будем вязать резинку. Значит, кромочная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, 7 на одной. Точно так же и дальше распределяем все петельки на 4 спицы. Распределили петли на 4 спицы, замыкаем ряд, здесь мы закончили лицевую, значит, начинаем с изнаночной, изнаночная петля, и начинаем вязать резиночку по кругу. Я провяжу 19 рядов резинки, и потом мы с вами встретимся. По кругу вяжем резинку. Я провязала 19 рядов резиночки спицами 3 мм. Теперь я буду провязывать 20 ряд спицами 4 мм. Для чего я это делаю? Какой бы ни был супер-пупер способ эластичный закрытия резинки, все равно немножко получается резинка, краешек стянутый или растянутый. Ну, одним словом, не такой он идеальный. Я провязываю 20 ряд спицами номер 4, чтобы петли были немножко побольше, чтобы не стягивали край, потому что тогда будет неудобно одевать и, ну, одним словом, некомфортно. Провязываю 20 ряд спицами 4 мм. Провязала 20 ряд. Теперь будем закрывать петли. Я их обычно закрываю в ритме резинки. Как смотрятся петли, так я их и провязываю. Провязываем петлю изнаночную, протягиваем через предыдущую.
лицевая петля, провязали, протягиваем через предыдущую петлю. Опять изнаночная петля, протягиваем. И таким образом мы закрываем до конца ряда. Закрыли мы все петли. Ну вот, немножко оно как более-менее эластичное получилось. Значит, обрезаем ниточку. Теперь, ну как обычно, здесь получается некрасиво у нас. Видите, я делаю так. Протягиваю ниточку сюда. Потом через петельку вытягиваю опять. У нас получилась дополнительная петля. Видите? Такая петелька. Она и дырочку закрыла. И это у нас будет изнаночка. Значит, здесь мы закрепим ниточку крючочком. Кто не дружит с крючком, девочки, это можно сделать и иголочкой. Все то же самое, только иголочкой. Ну, я дружу и с крючком, и со спицами, поэтому мне проще сделать это крючком. Иголка для меня менее удобная, чем крючочек. И теперь заправляем ниточку сюда. Это у нас изнанка, потому что это у нас будет отворотик. Заправляем, в общем, прячем ниточку до конца. И так у нас будет такой отворотик здесь. Теперь нам нужно связать шнурочек. Осталось нам сшить. Здесь уже вы самостоятельно, я думаю, все знают, как сшить пинеточку. И сейчас я покажу, как я делаю шнурочек. Кто не дружит с крючком, кто не любит крючок, могут взять просто ленточку затянуть вместо шнурочка. Либо шнурочек покупной. Ну, в общем, это ваша фантазия. Я вяжу шнурочек крючком. Значит, вяжем шнурочек для пинеточек. Кто не хочет связываться с крючком, могут затянуть ленточку, либо взять готовый шнурок. Таким образом, вот у нас две ленты, две нитки. Я взяла опять свои супер перло оранжевого цвета, но уже в одну нитку. Сделала петельку. Теперь крючочек завожу под белую нитку, подхватываю оранжевую и протягиваю через две петли. Опять под белую, подхватываю оранжевую, протягиваю через две петли. Под белую завожу, подхватываю оранжевую и протягиваю через две петли. И вот он так, таким образом мы вяжем шнурочек. Он у нас будет двухцветный, красивый шнурочек. Кому не нравится или не любит крючок, можно придумать что-нибудь другое. Или связать какой-то другой шнурочек, если не нравится такой, как у меня. Я обычно делаю такие шнурки. Они, получается, не очень толстые. Ниточки беру потоньше, и они вполне подходят для пинеток. Длину я вяжу обычно 43 сантиметра, чтобы завязать на бантик. В общем, закончу вязать, мы с вами встретимся. Ну вот, я довязала шнурочек. Вот тут получается такой двухцветный. Если вы поменяете нити местами, вместо белой я взяла бы оранжевую, а сюда белый, то он бы был более белый, оранжевого было бы меньше. Но мне так захотелось. Получается у меня здесь шнурочек. Даже 44 сантиметра получился. Ну, пусть будет, я не буду его распускать, пусть будет так. Ниточку вытягиваем, обрезаем.
завязываем, чтобы он у нас не распустился в дальнейшем. Завязываем на 2 узелочка. С этой стороны проделываем то же самое. Завязываем 2 узелочка. Теперь я сделаю тут на кончике узелочек из шнурочка. Только шнурочек надо протянуть подальше, чтобы он на самом кончике узелочек получился. Вот он, получился узелочек. Это мы обрезаем. Точно так же делаем с этой стороны. Завязываем. Можно прицепить какие-то бубончики, кисточки. Обрезаем. Все. Ну, осталось теперь шить и продеть шнурочек в пинеточку. Убрать все остальные лишние ниточки. И тогда у нас получится башмачок. Я уже сшила и протянула шнурочек. Вот такой шнурочек у нас получился. Завязала на бантик и отвернула отворотик. Если не хотите такой высокий отворотик, делайте короче резиночку. Вот он, наша пинеточка. Спасибо всем, кто был со мной, кто со мной вязал. Подписывайтесь на мой канал. Сохраняйте и делитесь моими видео. Всего вам хорошего. Здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!